Красивый уголок в Москве. На улице Верхняя Радищевская. Вот такие низенькие домики, старинные особнячки. Строение 1, строение 2. И вот видите, буквально 2-3 этажа. И вот даже если бы не автобус, даже не поверишь, что это современная Москва. А здесь, видите, видна сталинская высотка на Котельнической набережной. Знаменитая. По-моему, самая большая из всех 7 высоток, которые в Москве находятся. Вот, видите, жилой дом. Конец 18 века. Охраняется государством. И вот таких домов на улице Верхняя Радищевская очень много. Симпатичный уголок Москвы, старой Москвы. А здесь вообще помпезнейшее, целый дворец настоящий. Это знаменитая больница. Кстати, вот как раз люди фотографируются. Ну, такая действительно место примечательное, колонны. И вот, несмотря на времена, люди, тем не менее, гуляют, наслаждаются, восторгаются архитектурными памятниками Москвы. Это городская клиническая больница имени Давыдовского. Раньше называлась Яузская больница. А еще в советское время называлась больница Медсантруд. Вот видите, какая красивая. Вот, я уже с Верхней Радищевской перешел на Яузскую улицу. И вот иду в сторону как раз Яузы. По-моему, правый приток Москвы реки. И вот виднеется там высотка сталинская. Ну, в общем, так приятно идти, гулять. С той стороны батюшка идет, священник-монах. Сегодня 1 марта, весна, 22-й год. Действительно, погода по-настоящему весенняя, солнце яркое. Поэтому получаешь большое удовольствие просто от того, что гуляешь по Москве. Вот по таким интересным улочкам, где практически нет современных зданий. А старые здания очень симпатично отреставрированы. И поэтому вот видите, как Мята Лонч, Топ Ган. Это парикмахерская и, ну, в общем, студия красоты Павла Самодурова. Ну, в общем, все так интересно, интересно. Кстати, снега уже нет, и плиточки, как-то нормализовалась поверхность тротуаров. Зимой все вот так вот волнами было, а сейчас все нормально. Наверное, лед растаял, и плитки самопроизвольно как-то уложились аккуратно, и уже нет никаких неровностей. Ну вот, дошел до библиотеки знаменитой иностранной литературы. Знаменитая действительно библиотека, куда многие ходят до сих пор. Я там состою тоже. Читальный билет есть. А вот с этой стороны это знаменитая сталинская высотка. Она вот такая, не только высотка, но вот специальный целый комплекс жилой рядом. Ну, красивая вообще Москва. Всем привет, до свидания. Если будете в российской столице, посетите вот этот уголок возле станции метро Таганская. До свидания.